рассчитывает, идя на рекорд, практически собственный. У него лучший результат 198 килограммов на универсиаде показал Расул Тагиани. Сейчас 196 сразу в первом же подходе. Это, конечно, очень-очень рискованно. Эркан Керимай. Еще один парень, который рискует. Ну, пока неудачно. Еще одна попытка в запасе у Эркана Керимая остается. Пока 191. И в итоге он пятый. Давайте вкратце оглашу результаты промежуточные. На первом месте Люк Сяо Юнь из Китая. 372. Вряд ли кто-то его достанет. На втором месте Ким Квансон из Северной Кореи. 356.